9 мая на нашем телеканале в течение 7 часов шел прямой эфир. С 9 до 16 все желающие могли дозвониться в студию, чтобы рассказать о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне. Поздравить ветеранов, спеть или прочитать стихи. Корреспонденты выходили на связь из разных уголков муниципалитета, демонстрируя полную картину празднования. В связи со сложной эпидобстановкой в этом году праздничные мероприятия прошли в формате онлайн, в том числе и «Бессмертный полк», «Фонарики Победы» и другие.